Первое снежное утро в Химках. Для кого-то зимняя сказка, а для коммунальных служб самая горячая пора. К первым снегопадам в округе подготовились заранее. Еще ночью до выпадения осадков провели превентивную обработку дорог. А начиная с 5 утра приступили к основной уборке. В первую очередь коммунальщики расчищают подъезды и подходы к социальным объектам, станциям, остановкам. Особое внимание уделяют опасным участкам, спускам, подъемам. В уборке дорог задействованы автомобильная техника, это комбинированная дорожная машина марки КАМАЗ с пескоразбрасывателями. Соответственно, в уборке тротуаров участвует самоходная техника, это МТЗ-82 и МТЗ-320. Происходит подметание сети и обработка соляной смесью. Также из новшеств в этом сезоне будут использоваться ручные аккумуляторные роторные уборщики. Вся техника Химок накануне прошла контроль качества. Готовность к уборке проверяли в ходе общего смотра коммунального арсенала. Более 150 единиц. Тракторы, комбинированные дорожные машины, автомобили-вышки. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Всего в самые заснеженные дни на улице Химок будут выходить около 1000 работников общегородского хозяйства и управляющих компаний. А в случае аномальных снегопадов администрация города сможет нарастить рабочую силу и технику на 30% за счет привлечения сил подрядных организаций. Александр Сергеев, Екатерина Дроздова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.